Сейчас я вам еще покажу, как косметику отличать хорошего качества от плохого. Вот смотрите, косметика идет без упаковки Oriflame, без слюды. Обратите внимание, что во всех тональниках, во всех туалетных водах есть воздушные пломбы. То есть, если вам принесли косметику, и вы нажали разики, у вас уже выдавилось, значит, кто-то ей уже нажимал до этого. То есть, обязательно должна стоять воздушная пломба. Вы несколько раз будете нажимать, и у вас с первого раза не получится.